Всем привет, дорогие зрители! Приехал я сегодня в район Махмуднар. Нашел очень хорошую, просторную, трехкомнатную квартиру. Также ее сделали как четырехкомнатную. Покажу, сейчас вы сами увидите. Где здесь включают свет? Так, включил я свет. Вот, застекленный первый балкон. Чистая квадратура этой квартиры 105-110 квадратных метров. Или как минимум 100 нетто. Здесь у нас один большой балкон, это первый. В гостиной и в прихожей у нас установлен теплый пол. Сторона здесь юго-восточная. В той стороне у нас море. Тоже хорошее место расположения. Рядом находится у нас сеть магазинов 3M Migros впереди. И тут люксовый проект Konak Tower, Twin Tower. Сейчас Sonos, Navita Deluxe, Sonos. Еще какой-то Sonos там строится, забыл. Sonos City, кажется. И тут строится еще новый проект, который состоит из трех блоков. Люксовый тоже интересный проект будет, хороший. И еще в той стороне строится из трех блоков один из люксовых проектов района Махмуднар. Проект находится в хорошем месте расположения, сейчас повторяю. Расстояние отсюда до моря, вот там пляж, пирс, хороший пляж также, вот Konak Tower. 330 метров максимум. Рядом есть также хорошие рестораны и инфраструктура вся, которая нужна для жизни. На балконе также ламинат. Гостиная комната с теплыми полами. Квадратуру я отмерял лазерным измерителем. Здесь 27 квадратных метров полностью. Продается она с мебелью и бытовой техникой. Проект был сдан в 2016 году. Хорошая гранитная столешница. Бытовая техника фирма Бека. Арчелик у нас холодильник. Посмотрим, все с доводчиками. Да, все с доводчиками. Кондиционер. Телевизор фирмы Бека. Кондиционер фирма Mitsui. Mitsui плюс. Инверторная. Тут у нас большая прихожая. Зеркальце. Так, здесь у нас первый санузел. Большой. Это, кажется, гранит или мрамор. Ванна. Стоит проточная водонагреватель фирмы Veito. Также есть вытяжка. Не забыли поставить. Так. Здесь закроем свет. Так. Так. Тут у нас хозяйская спальня. 12,5 квадратных метров чистая. Отмерил от стенки до стенки. Кондиционер инверторный БК. Стенка тоже интересна, покраска здесь. Так. Тут у нас второй санузел, тоже большой, не маленький, с душевой кабинкой. Здесь второй балкон, есть еще третий балкон. Третий балкон. Так, открытая парковка снаружи. Эта сторона у нас восток и вот немножко север. Кондиционеры выведены в специальную комнатку, как кладовку сделано, видите? Тоже застекленный балкон. Здесь, наверное, что-то когда-то в будущем построят, неизвестно когда. Может, ничего не будет. Дорожка
В той стороне очень хорошие рестораны, с Арысовой. И еще есть какой-то ресторан, не помню. Идемте во вторую спальню. Тут 17 квадратных метров. Как минимум было 17,5, я минимально говорю. Ламинат по комнатам всем. Покупайте. Так. Кондиционер старенький. Этот можно поменять. Вот. Большая спальня, есть телек. Даже есть Xiaomi у нас стоит этот приставка. Там можно плюс 18 и туда подобное. Все, можете посмотреть, что хотите. Можете заключить туда, лежать и спать. Вот здесь какая стенка интересная. Итак. Во! Интересные моменты в жизни. Из балкона сделали третью, четвертую комнату. Три комнаты я снял. Три плюс один, как два плюс один, кто как хочет. Сторона восточная. Солнце выходит так. Вот. Вид. У вас этот вид не закроется уже. То, что есть, здесь просто блок достроит. Вот этот. И все. Рядом прямо здесь парк очень хороший, вот прямо за этим деревом. Квартира находится на третьем этаже. Итак, дорогие зрители, айдат здесь 200 лир. Из инфраструктуры тут есть открытый бассейн, беседка. Сауна, хамам, но они не работают, сауна, хамам закрыты, не пользуются, может, когда-то соседи захотят, используют, но айдат повысят. И два лифта тут, я сейчас спущу, покажу вам всю территорию, но до того, как я спущусь, я вам скажу цену. Цена этой квартиры, дорогие зрители, 143 тысячи евро, есть маленький торг. Квартирка большая, уютная, сторона хорошая. Продают по той причине, что хотят купить другую недвижимость и пока не торопятся. Так что это не срочная продажа. Если есть деньги, звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. Я сейчас спускаюсь вниз. Напишите в комментариях, что вам тут понравилось. Планировки вот интересно. Хозяйка сама это все делала, как говорит, сам это ее вкус, то, что она здесь все дизайн туда-сюда, теплые полы. Да, правильно, да, я сказал? Все правильно, да. Квартирка только у нас на рынке. Пишите, звоните. Снимаю продолжение ролика. Ролик не закрываем, смотрим дальше. Итак, дорогие зрители, на этаже 5 квартир. Сейчас вызову я лифт, пускай он придет. Так, второй лифт был с той стороны. Крутись. Нулевой этаж вниз. Вот постройки бы показал. Нету. Он как третий этаж, но на лифте первый, потому что еще есть ниже этажом инфраструктура. Потом первый, потом еще второй. Сейчас это покажу я вам. Вот видите, я спускаюсь вниз. Тут внизу у нас инфраструктура. Фитнес даже есть, но не работает. Буду показывать. Заинтересует, приезжайте, показываем на месте. Тут открытое вот для велосипедов у нас место. Здесь беседка. Здесь построено здание, бассейн большой, функционирует открытый. И вот фасад здания. Вот такие балконы там круглые были. В той стороне снимала. Там парк, вот где деревья, видите? Парк хороший. И снаружи открытая парковка. Пандус тоже есть.
Пишите, звоните по номеру, который я уже сказал. Цена квартиры, еще раз повторю, 143 тысячи евро. Айда 200 лет. Всем пока-пока.